Петровская МТС Ставропольского края, инициатор всесоюзного соревнования комбайнеров. Механизаторы передовой МТС решили провести косовицу за 18-20 рабочих дней. Убирая хлеба на полях колхоза «Победа», выдающимся успеха добился комбайнер, герой социалистического труда Павел Бабенко. При норме 14 гектаров он скосил за один день 55 гектаров. Производя разгрузку зерна на ходу, механизаторы повысили выработку на каждый комбайн. Солома немедленно убирается и скирдуется. На таках зерно очищается и с помощью механизмов грузится на машины. Механизаторы Петровской МТС выполнили взятые на себя обязательства и первыми в крае закончили косовицу хлебов.